Сотрудники УВД провели операцию «Внимание, фальшивка». Полицейские раздали листовки с призывом внимательно относиться к купюрам достоинством 1000 и 5000 рублей, а также провели профилактические беседы. Памятки содержат основные советы, позволяющие отличить настоящие деньги от фальшивок. К акции присоединились и представители общественного совета при городском УВД. Основной акцент сделали на частных предпринимателей, продавцов на рынках и в торговых павильонах. Именно здесь чаще всего пытаются сбыть фальшивки. Профилактические беседы также провели в крупных супермаркетах. Полицейские напоминают, если к вам в руки попала фальшивая купюра, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Отличить фальшивку достаточно просто. Для этого необходимо быть прежде всего максимально внимательными. Достаточно надломить купюру. У поддельного денежного знака обязательно осыпется краска. Поэтому мы просим всех жителей и гостей нашего города, особенно в курортный сезон, быть максимально внимательными. Если такие денежные знаки поступили к вам, необходимо сразу же сообщить в полицию по телефону 02.